Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, RX, стаканчик, King on Fire. Как всегда, очень много подписчиков и подписчиц. Познакомьтесь. Здравствуйте, люди, я вернулся из будущего. Очень давно у нас не было рубрики «Прятки», поэтому у нас карта Майнкрафт, я буду играть за аниматроника. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а я начинаю мочить и искать. Извини, обстоятельства. Все, даю вам 30 секунд. А я пока вместе покажу подписчикам, насколько это очень классная и большая карта. Это даже, скорее всего, не карта, а просто здоровенный остров посреди с помещением. Так, давайте отсюда посмотрим. Факел душ вроде бы стоит. Так, я не буду смотреть, потому что я немножко подпалил, где вы там прячетесь. Я ищу место здесь, потому что очень глупые места. Все, я даю 5 секунд и иду искать. Пацаны, надеюсь, у вас будет время помолиться перед смертью. Димас. Да. Давай без читов. Я вообще читы не умею использовать. Да, вот я про это говорю, чтобы... А когда ты видел в роликах, чтобы я использовал читы? Ну что ты такое говоришь? Потом кто у нас Бульба любил всегда читы использовать. Ну да, я даже рад, что его нету, потому что он не любит играть по-честному. Да он всегда играл не по-честному. Этот аниматроник очень громко тявкает. Да. Димас, я тебе могу дать подсказку. Я вижу каменное строение. Да? Да. Что ты сразу подсказки давать? А потому что мне сложно найти. Пацанчика выискать. Я же самый лучший прятальщик. Это я так говорю обычно, теперь ты готовься за то, что ты используешь мои новые слова. Ты говорил, когда я снимал здесь, когда ты говорил где-то. Я прятался в ящике в пиццерии, я говорю, ах ты прятальщик лучший. Ну, тебе просто повезло тогда. Оно... Да. Вам слышно? Да, ты я не слышу тебя. Ну, ага, слышу. Ага. Спасибо за подсказку. Так, мне кажется, я надо работать сделать. Эй, тут кто навалил хлама на новую карту? Вот-вот-вот. Мне кажется, вот тут кто-то прятался, я реально это видел. Так, невидимым не могу вставать, зато могу тпхаться, и это очень круто. Мне показалось, я там кого-то видел, какого-то чилипиздрика маленького. А как он выглядел, хотя бы просто? Ну не знаю, печально. Что он чилипиздрик, это понятно. Ну кто это был? Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Ой, я могу тпхнуться, ну что ты? Давайте так пролетим. Ну. А кто-то за кабака летающая? А кто там летающая? У нас вот очетерит. Ну? А, у нас здесь большую часть все летают. Ну, это получается, они запрятались, взяли модельки какие-то. Искали, да. И вселились в них. Я тебе так скажу, ты сейчас около меня прошел. Да как, я что, реально? Подлагнула очень сильно. Я за это буду крушить карту. Хорошо, давайте без шуток. Я знаю, как найти самого первого. Я не нашел никого, я не видел никого, ни тебя, никого. Я вижу только каменное строение, все. Арекс, первый есть. Да. Ах ты. Как говорится, есть ах в попе ты. Шерсть. Ах ты телепиздрик, да? Ну? Тоже аниматроник набрать. Ну конечно, с FNAF 6, если хочешь, или какого-то там. Потому что у пацанов у некоторых эрорки, это очень странно, потому что у некоторых есть, у некоторых нету. Кстати, я не могу свинью замочить. Ты сейчас опять около меня был. Да ты врешь! Не вру, у меня как когда ты рядом, у меня ФПС маленький. Почему? Я никого не вижу. Блин, ну, я знаю, что он где-то тут лазит. Выходи, подлый трус. Я тебе прикол скажу. Да. Я вылез, пробежался вокруг здания, и меня никто ничего не спалил. Портал! Да, здесь портал есть, прикинь. Блин, там собака сидела за порталом, я ее просто не увидел. И теперь меня тпкнуло. Можно назад вернуться. Хиг знает куда. Да, я уже теперь запутал. А, я знаю, где я был. Ну, блин, собака там сидела, я реально видел. А кто сидел возле портала? Собака, о. Ай, блин, я застрял. Где он? Он убежал, тут выбежал какой-то. Капхед, 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 иди сюда, вонючий. Капхед. Вот он. Ну, попасть надо. Поплыл. Ну. Зря ты, надо было просто сидеть под мостиком и не вылазить.
Так что бери теперь тоже аниматроника, погнали, пацаны, искать. Я могу пока отойти, пока водички себе налить, попить, и приду к вам как раз, что у вас происходило. Хорошо, только аниматроников не надо брать, которые бьют на расстоянии, надо прицелиться. Только найдите, попробуйте меня, я сейчас приду, через минуту. Я знаю, кто там, по-любому кто-то сидит. Блин, ну было бы круто, если кто-то сидел тут. Но давайте все-таки пройдем. Игроков очень много на карте. Лефти всех найдет. Так, я двоих нашел. На тебе за это. Вонючее стекло. А кто второй? Че, слышно стекла, не? Молчат? Хорошо. Так, я пришел, водички себе налил. Сейчас мы их найдем. Обязательно ищите, знаете где? Под деревьями или в листьях. А, точно, в листьях. Почему я не догадался? В листьях невозможно спрятаться почти. Возможно, возможно. Я помню, был такой момент, когда челик сидел в листьях. Целую серию. Над листьями может. И это был я. Нет, ну там есть такие, знаешь, как уголки скрытые. Надо да, внимательно все прочекать. Димас, я как раз там прячусь. Эй, быстро выходи. Не-не-не, найди сначала. Я как раз видел, что ты проходил где-то. Так, подожди, нет, подожди, подожди. Давайте вот так вот сделаем. Да, ничего не, это не изменило, но сейчас найдем. Надо быть внимательным. Вот кто-то же сидит на картофанах. Сколько еще человек не нашли? Я. А кто аниматроник? Я. Еще 4 человек не нашли. 4 не нашли? Да. Быстро ищите 4. А енот вообще живая? Не, она погибла в бою. Погибла в бою. Значит, смотри, я, Kinder Fire, стаканчик и еще кто остался живым. Подождите, подождите. Я знаю, что надо сделать, чтобы найти. Ну блин, чуть-чуть не хватает кэбы, что ли, люма. Вот так надо сделать. О, отлично. А вот отсюда мы теперь найдем. Я, короче, здание чекать буду. Я буду чекать здание. А я внимательно чекаю с самого верха карты. Слышу, как кто-то стекла ломает. Да это я. Значит, он в здании. Пацаны, все в здание. Я ищу в здании. Я иду тоже вовнутрь. Ага. Проникаем. Проникаем. Эй, проникай. О. Че ты ржешь? Нормально играй, мне нравится. Я тебя поднимаю еще. Сейчас. Так, подожди, подожди, подожди. Пацаны, все проникли в здание? Я не в здании, я за зданием. Заходи, мы тебя ждем. Нет. Я попасть не могу в него. А что, забаррикадировали? Да. Ну блин, если... А, это наш. А вообще предметы можно спамить? А, нет, конечно. Да бы хотя бы подсказать. О, офигеть! King on Fire. Все, умирайшин. Тут еще Фликс где-то бегал, я его потерял. Какой у него скин? Стаканчика и Фликс, это пипец. Вот-вот-вот-вот, я вижу кого-то. Эй, выходи, подлый трус, я ж видел, ты тут. А кто за Пикачу играет? Я. Это только что ты тут был? Нет. Как это нет? У нас два Пикачу, Димас. Я вижу, кто-то бегает там внизу. Я иду вам помогать. Так, так, так. Это ты был, значит, да? На этаже спрыгнул. Нет. Ага, хорошо. Это наш Флик был. Блин, тяжело найти пацанов, реально. А давай сюда... А, хотел сказать, давай подвала. Подвала-то нет. Давай посмотрим, есть тут... Опа-на. Нет подвала. Кого? За деревом, за деревом, за деревом. Да? Так, конченная музыка играет. Я не слышу. Я попасть по нему не могу. Пробуй. Сейчас. Отлично, убили. Стаканчик улитейшн. Где он был? Он убежал, да? Он был под деревом, сидел, а попасть не мог из-за моей... Они специально используют баги. И ну раз можно так сесть, я что даже багов. Прицеливаясь не попадаешь, особенно если на стул сесть. Кто не знает, если что. Дима, самое интересное. Двое против шестеро. Да? Да. Так, пацаны, двое против шестеро. Если мы сейчас сольемся, то мы конченые. А сколько у вас осталось времени? А, осталось времени, сейчас даже скажу. Полторы минуты, давайте. О, давайте быстрее ищите.
Так, портал тпхает в здание, да, насколько я знаю? Я около него. Иди, не ссы. Я сейчас тут водицу прощекаю. А может тут еще есть порталы, нет? Арекс, мне вопрос. Точно, вода. Нет. Почему воду не чекаю? Я не в воде, я за зданием прячусь. Я тоже воду чекаю. Другой, второй находится. Так, давай, короче, знаешь, где надо? Все прям прочекать. А вам корова дохлая, не надо? Не. О, подсказка как раз далась. Так, 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 так. Никого. Дальше чекаем. Я около коров примерно. Фликс, ты тоже давай подсказки, где ты? Сначала ты говорил возле портала, а теперь возле коров, да? Ага. Да, я потому что бегаю. Мне что делать теперь? Я не могу его найти, вы можете? А, вы где? Знаю. Где он? Ну, большая рорка пробежалась только что. Это я. Но я не рорка, я лефти крутой. У вас сколько осталось времени? 1 минута. Ну, чуть меньше. Как-то минуту даже больше прошло. Я не знаю. Ну, так вот. Уже 1.5 минуты прошло, и все. Все, мы проиграли? Да. Давайте, идите к зданию. Нет, не идите к зданию. Мы вас сейчас будем вытравлять. Сыкуны. Тогда мы не выйдем, тогда если вытравлять. А я вам помогу. Нет. Да. Нет. Да. О, я слышу смех. Вот, кто это смеется? Я. Вот тебя слышу. Так, я сейчас полетаю вокруг здания. Что-то ракета прострала, пацаны. Да, я слышу, как Фредди смеется около меня. Так, очень так, даже так. Сильно. А ты можешь пострелять с пистолета? Не, не хочу. А чё? Потому что я местоположение сразу спалю. Так, так, так. Знаете, где он? Кто? Ты. Где? Вот тут на балке. Не угадал. Где валяются палки, нет? Я не там. Ну а где? Кто-нибудь еще? О, слышу крики. А вот такое тебе не дать? А-а-а. Ну так нечестно. Ну почему? Кому? Так не, вы живы остались или нет? Мы умерли. Ну вы сейчас, то даже если мы то, что я вас убил, это не означает, что мы выиграли. Выиграли вы. Так что в этой серии вы лучшие прятальщики. Знаешь, где я был, Димас? Да, давай покажешь нашим подписчикам и зрителям. Давай, короче, я на спауне тебя жду, показывай, да. Я стреляю в небо. Сейчас, сейчас. Стреляй, стреляй, стреляй. Еще стреляй. Стреляй, стреляй, стреляй. Вот тут ты был? Да я проходил там, тебя не было, ты обманываешь. Тебя не было, зараза, я тут проходил. Да, я ты обманываешь, ты на В пролетел в текстуру. Помни, я скажу, Димас? Да. Вы пробежали мимо меня, я такой заметил. Я здесь спрятался, Арекс пробежал мимо, я бы такой быстренько сюда пробежал, ну ладно. Потом опять так же в это место. Ты специально врешь нам сейчас. Не, я серьезно прятался здесь. Потом вижу Арекс. На тебе за то, что ты врешь. И Етро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!